سورة الفاتحة. Это будет всемирное всеобщее, великое истинно подлинное равенство и братство всех людей и народов мира по-исламски. Датунбао, по-китайски, если хотите. Это будет истинно подлинно справедливое правление Аллаха, Джалла Джалалюху, Ва-Шанюху, Ва-Кибрияху, на всей земле, на все времена. Это будет настоящий, предопределенный свыше людям, Соломонов храм жизни, вековечное, истинное земное счастье, иншаллах, рахман та'аля, о котором пророк Мухаммад, саллаллаху та'аля, алейхи вассаляма, сказал следующим хадисом: если ваши цари, короли, президенты хорошие люди, если они хорошие люди, а власть имущие, щедрые люди, и среди вас торжествует принцип «примиряй и живи», и самое главное, отсутствует подчиненность и подотчетность женщинам и зависимость от них, то лучше вам жить на этом временном свете как можно дольше, чем умереть. Ну а если ваши цари, короли, президенты плохие люди, как в настоящее время, а власть имущие скупые люди, как в настоящее время, если среди вас разгуливает принцип проклятых мужиков, евреев и армянов, разделяя властвуй, и самое страшное, если вами командуют женщины, то лучше вам умереть пораньше, чем жить такой жизнью. То есть в первом случае жизнь считается райским образом жизни в этой временной жизни. Так, по-моему, стоит за нее бороться умело и успешно, упорно и терпеливо под руководством Аль-Хаджи Кунту Абдасаллаха Сирхул-Азиз. Аллаху Акбар, Субхан Аллах, Валиллах Аль-Хамд. Что касается сегодняшнего дня и жизни в Чечне, то в тисках измены славной чеченской исламской революции в лице таких изменников, предателей и осквернителей заветной веры и религии ислам, родины и народа, как незаконно рожденный найденыш, завистливый скрытный подкидыш, сорочье дитя Алтырханов, дагестанец по происхождению хитрых хаджиев, осетинец по происхождению подлых гантемиров, кабардинец по происхождению трусливых асбулатов и особенно самый продажный и коварный нагайц Завгаев, кровопийца чеченского и ингушского народа как в прошлом, так и в настоящем, сыгравший весь этот позорный для чеченцев спектакль, спрятавшись за спинами Ельцина свиньи и черномыльдина кабана, использовавший выше упомянутых шакалов как предмет резвого использования, приведший таким коварным образом для задушения славной чеченской исламской революции русские танки и самолеты, пролившие таким образом невиданную и неслыханную в истории мира до сих пор невинную священную кровь нашего многострадального чеченского народа из личных амбиций на незаслуженную им Аллахом Джалла Джалалху Ва-Шану Ва-Кибрияху распроклятую мужицкую власть над нами. А теперь сверхлицемерно старающиеся показаться в глазах продажного мира единственным, понимаете ли, спасителем, кавычка, чеченского народа и продать этот народ Руслана Ахбулатова в Москве и продажный нагайц Духу Заугаеву в Грозном будут говорить и докладывать нынешним жильцам распроклятого Кремля от своего только имени, потому что население наше, в том числе и обманутая ими раньше его часть, уже поняла к общему нашему счастью, что не надуло русских танков и не в бомбах их самолетов, превращенных выше упомянутыми шикарами счастье нашего народа и порядок на Кавказе вообще, а в его собственных руках, поднимающих Божьей милостью в очередной раз
Славное зеленое знамя ислама. Аль-хамдулиллах. Здесь очень уместно будет сказать про Руслана. И только русской же поговоркой. Были у Макея лакеи. Ныне же Макей сам стал себе лакеи. Так что мы знаем отныне, как звать Руслана и доку Макей да Лакей. Слушайте меня дальше, дорогие братья и сестры мои, по заветной вере и религии ислам, и по кавказскому непоколебимому военовскому духу внимательно. Быть свободным миру от зла коммунистической заразы мужиков окончательным образом или не быть. Восторжествует подлинный ислам в мире или нет? Будут жить люди доброй воли в мире, райским образом жизни в Соломоновом храме, предопределенным нам свыше или нет, решается в наше время именно в чеченской войне, в нашей с вами неумолимой, вот в этой неимоверно жестокой со стороны наших врагов, и в то же время смертельной в конечном счете для них, но не для нас, иншаллах, рахман та'аля, сладкие, с заклятым врагом ислама, мужиком без роду и племени, чем вчера нам желится, вчера, а короче, жалеешь битвы их. Говоря иначе, здесь в родной нашей Чечне решается вопрос мирового значения, то есть от нашей с вами победы над распроклятым мужиком зависит, приведет к победе. Народов мира над неправыми внутренними и внешними угнетателями и колонизаторами, паразитами в других странах мира. Вот такова значимость нашей решающей борьбы с распроклятым мужиком на данном этапе. Поэтому мы должны знать, что сила, побеждающая врагов, заключается не в количестве танков и самолетов, а в сознании правоты нашей с вами 450-летней борьбы с мужиком Ивана Грозного. Твердой убежденности нашей с вами, предсказанной нам нашими шейхами, Рухам Аллахи и Дараджатихим, Дэвэржка Соба Ахилюш, победе в этой последней... Поэтому мы должны знать, что сила, побеждающая врагов, заключается не в количестве танков и самолетов, а в сознании правоты нашей с вами 450-летней борьбы с мужиком Ивана Грозного, в твердой убежденности в нашей с вами, предсказанной нам нашими шейхами, Рахамуллахи и Даржатихим, победе в этой последней решающей схватке в Чечне и в единстве наших усилий в этом отношении. Поэтому на этом долгожданном чеченском съезде должен быть осуществлен практически и фактически Булатский союз братьев, чеченцев, патриотов, представителей различных до сих пор партий общественно-политических движений Чечни. Чем так беда отчин? Он же съездил в Ешерю,
Керем обачен, хохоган тош, осторожнаган, керем. Хандара, батан бойеле, арбаха тита, ад аса ай, хандахи аран, хаски бойеле. Именно этот грозный, вот этот грозный должен стать единственным местом проведения вышеупомянутых актов, то есть торжественного акта возмездия, торжественного акта веры и всемирного акта справедливости, и стать таким образом действительно грозным против любой и всякой несправедливости во всем мире на все будущие времена. Иншалла, Рахман Таала. الله أكبر سبحان الله ولله الحمد يا حدا سامع لسون وشل كبير بويا وشل كبير بويا شو هلا كبير ضيبوس فلا حامد ولا بفر هذا هو الوقت المستقبل الوقت ليلا ودوز ولا با ودوز ولا لرديز بس هذا ترى ومت هون ياسك وتن أدل وصوت ما وقف باتع Hazır, ne okumak et, Ramzan oldu şu. Şu hadis işler, ça ana okumda, saydın yadı. Sehillatı, yer bağlayılı.